як тобі? Як сподобалось?» «Прекрасно, прекрасно! Але якщо ви могли би перетворитися на якогось більш незвичайного персонажа?» «Ну це я можу!» Все было прилично, в хозяйском лежал кабинете, на мягком диване, грызя очень вкусную кость. Заснул и во сне я играл своей милой Бетти, призывно дрожал ее чудный коротенький хвост. Предмет вожделения настолько был мной осязаем, что даже раскуливал что-то я там в Жизе. Тут дверь отворилась, возник на пороге хозяин, а с ним баронесса, и он ее тянет в постель. Я прыгнул в портьеры, я стал наблюдать с интересом за всем, что там было, а было на что посмотреть. Там свадьбу собачью устроили граф с баронессой, используя, кстати, ошейник, намордник и плеть. Что мне оставалось, презрением пометил портьеру. Не мог же я ждать, пока кончится этот бордель. Я был Кобелино, а стану тебе Кобельеро. Звучит благородно. А граф, граф он просто Кобель.